Intensity кто выбрал? Бля. Нихуя не факс. Я думаю, мы с предом затянемся. Потому что если бы не срывак, мы блогер вытащили тоже. Ну по очкам ахер ведет, да. Но это еще не. Ты сыграли три раза только. И против той игры, первый раз, мы очень тупо заванили и пикнули. Так что же, скоро. Ну да, да. Ну пред вообще пофиг было. Мы просто не подумали вообще. Чем как был, так остался пока. Там, кстати, да, они не тянули. Могли бы. Это скорее не баланс, а не сыгранность. Не, там немного прав. На каллах там 5 фрагов ахер выиграл. Такие 5, 68, 73 счет. Резик? Сейчас гляну. Да, резик. Накал 60. Ну, короче, накал, да, там 20. Центр жалко.
Да, хотел сыграть первый матч за нас. Ну, в смысле, против нас. Пришлось против Фейла. А чего ботата пинга нет? Нихуя, это же СРЛС клана. Не знаю, кто сами вам будет разбираться, наверное, что придется или нам. Ну, у нас Тима крепкая. Увидишь. Да там лаг был.
Лак. Мы с Эйлом, нет? Не, ну просто Реймерс, Боа, нормальная цифра тоже. Но они были так, изи. Ну, не так, конечно, но... Био было изи. Там контрол был, понятно. На овере из-за гири не получилось. Да, из-за того, что мы приятно знаем, где Пташок. Кому не сказал. Все, что не запрещено, разрешено. По умолчанию. Все, что не запрещено, разрешено. Ты к игре относится, чем читы. Реймерс хочет играть против кого-то, есть желающие?